Ребят, привет! Хорошие новости. Отстояли очередные права тех ребят, которые обращались в клинику доктора Шолохова. Еще раз убеждаюсь в том, что видео работает, наша комьюнити работает. Сейчас начались выплаты тем ребятам, которые пострадали от такого рода пересадок. Хотя, причем это все сдвинулось с места достаточно быстро. На протяжении года они бились, пытались что-то сделать. Но если не смотрели видео, обязательно посмотрите, чтобы понимать, о чем речь. Не могли ничего сделать. И вот насколько крепко и работает объединение вас. Если вы знаете, что ваши права нарушены, что вы правы, то есть вам не просто кажется, что мне кажется, что мне плохо сделали. Нет, именно есть прецедент, и есть, и вы не единичны, и реально вам испортили голову, испортили, может быть, обманули по поводу денег или еще чего-то. Боритесь за свои права. У вас есть на все ваши, у вас есть основания отстаивать свои права, потому что вы клиент, вы заплатили, и многие заплатили много денег, поэтому отстаивайте свои права. Более того, объединяйтесь. Как видите, это работает. Ребята получают свои компенсации, деньги обратно. Конечно, не вернуть то, что вам натворили на голове, но хотя бы таким образом. Это очень важно. Объединяться и быть воедино. Помните даже случай также с косметикой, когда тоже привлекая внимание нашим каналам, нашим объединениям, помните также о чате, клиника также, в общем-то, пошла на уступки и на решение проблем с клиентами. То есть это работает, наша комьюнити реально работает. Еще я бы вам хотел сказать, и это очень важно для меня, потому что я немного, можно сказать, обижен. То есть те ребята, которые решают свои проблемы, которые идут на сделку с клиникой, некоторые из вас даже пишут мне и говорят, а может быть уже видео удалить. Основная идея моя и посыл не в том только, чтобы вы получали свои компенсации, а в том, чтобы предупреждать других ребят не попадать в подобные передряги. И не думайте только о себе, думайте и о других. Да, вы получили свои деньги обратно, но подумайте о том, кто может попасть в такую же беду. По поводу клиники, если вы уже проштрафились, но вы знаете, что вы стали лучше, пишите мне, я буду приезжать к вам в гости, смотреть вас, и говорить правду.